В результате столкновения двух автомобилей шестилетнюю девочку, пассажирку одного из них, выбросило из машины через заднее боковое стекло. Авария произошла около 8 часов утра на Кухонском шоссе. По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2115, в котором и находился ребенок, совершила поворот налево, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении ВАЗом 10-й модели. Девочка получила травму головы. В настоящее время ребенок госпитализирован. Со слов законного представителя ребенка, он находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. Но данная информация сейчас проверяется.